Во дворце спорта «Триумф» состоялся чемпионат и первенство Московской области по спортивному метанию ножа. Городской округ Люберцы впервые стал площадкой проведения подобных соревнований. Как все прошло, расскажет наш корреспондент. Развивать ловкость, координацию, скорость движения и глазомер. Спортивное метание ножа – новое направление, которое стремительно набирает популярность. С первого взгляда может показаться, что это опасный вид спорта. Так же думали родители Глеба Войтиковича, но он доказал обратное. Сначала не поверили, спросили, что это за вид спорта, но потом я все объяснил и очень понравилось им тоже. Ну, пригодится в жизни, является боевым, поскольку я собираюсь поступать в институт. Хочу стать мастером спорта, преподавать этот вид спорта. Но перед тем, как стать мастером спорта, нужно преодолеть немало этапов. Один из них – чемпионат и первенство Московской области. Удачное выступление дает путевку на всероссийский турнир в Анапе, который пройдет с 10 по 12 сентября. Среди детей 40 претендентов со всего столичного региона. Возраст от 12 до 17. 12, 13, 14, 15, 16, 17. У нас три категории и разные дистанции. Дистанции 3, 5, 7 метров. У нас соревнования разрядные. По результатам этих соревнований будут присвоены юношеские и взрослые разряды. Взрослые будут метать завтра. Завтра у нас будут метать ВАИ, Всероссийское общество инвалидов, да, спортсмены и, соответственно, наши метатели. Метание ножа – это еще один вид спорта, который планируют развивать в Люберцах. В ближайшее время на базе стадиона «Торпедо» откроется секция. На данный момент идет набор в группы. А уже в конце мая жители округа покажут мастерство владения ножом на первенстве муниципалитета. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.